Здравствуйте, меня зовут Ярослава. Мы наблюдаемся у доктора Дивея Вильдара Вильевича уже 3,5 года. В год и 10 мы провели лечение в общем наркозе. Теперь у нас есть чудесные коронки, нам только помогают делать нашу красивую улыбочку. Покажи, какие у тебя зубки красивые. До лечения у нас была проблема с приемом пищи. Ребенок постоянно плакал, капризничал. Сейчас у нас нет, к счастью, проблем с речью. Ребенок хорошо выговаривает все буквы. Ее друзья завидуют, потому что у нее прекрасная белоснежная улыбка. На каждый прием Стеша бежит с огромным удовольствием. Она очень любит своего врача. Он на уровне у нас, да, Бэтмена, Человека-паука, супергероя. Всегда очень приятные, доброжелательные отношения. Доктор очень внимательный, заботливый. Помнит, чем ребенок увлекается. Нам здесь очень нравится. Спасибо большое.